Итак, всем привет, с вами Дядя Ядер. В общем, переходим сразу к делу. SCP Containment Breach. Как запустить это дерьмо? У всех, у обычных людей, у большинства, выходит такая ошибка. Читаем. Ошибка при запуске приложения 0xc000022. Для выхода из приложения нажмите вот. Эта херня лечится простым способом. Если у вас Windows 10, можно вот так зайти в приложение возможности. В приложениях и возможностях, когда они у вас загрузятся, наконец, будет вот такая вот фигня, программа и компоненты. Если у вас Windows пораньше, то есть 7-8, при щелчке на панели пуск у вас сразу вместе с приложением возможности будет программа и компоненты. В общем, жмем программы и компоненты. Окей. Включение или отключение компонентов Windows. Окей. Чтобы удобнее было. Ищем тут компоненты прежних версий, если нужно сказать, checkpoint. Жмем на нее галочку, ставим. Окей. Ждем, пока он додумается. Оп, оп, оп. Еще раз. О, чудо из чудес. Так, ну, дальше уж сами, или еще кого туда вставлять. Игра играет, ёпта. Играет. Элементарно. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставим лайкосы, кокосы, подписываемся на канал. Репостим, зовем друзей на мои стримы. Скоро будет Containment Breach. Но, наверное, когда вы уже смотрите это видео в записи, уже есть Containment Breach. Вот. Короче, увидимся, ребят. Все ссылочки в описании. Пока-пока. До новых встреч.